кости. Они чуть-чуть более нацелены на ворота, хотя ударов нанесли не особо много. Вот сейчас еще один момент. Перекладина! Удар будет прямо в стеночку. Но почему бы не пробить? Мимо, мимо, мимо ворот. Остается чуть-чуть больше. Ой-ой-ой, какой прекрасный розыгрыш углового. Сказал то, что будет гол раздевалку, будет счет 1-1. Удар по воротам. Вратарь вступает. Вратарь они, не торопятся. Давыдов мог бы наказать. Потеряли. Ой, перехват! 2-0 сейчас. 2-1. Гол, да.